Абрабанов, и это новостройки Санкт-Петербурга. Сегодня мы разбираем очень классный жилой комплекс «Зеленый квартал» от очень надежного застройщика Settle City, который является надежным не только по Санкт-Петербургу, но и в целом по стране, так как они входят в топ-20 списка Forbes надежных застройщиков страны. В этом списке они на 4-м месте, конкурируют активно с ЛСР. «Зеленый квартал» у нас находится в Московском районе, на Пулковском шоссе. Ближайшие станции метро — это Московская и Звездная, ближайшая Московская, до которой вы без учета пробок на транспорте можете добраться за 15 минут, с учетом пробок до 30. Сегодня мы разбираем трехкомнатную квартиру, если вы не посмотрели, студию, однокомнатную — 2 евро, двухкомнатную — 3 евро, то по ссылкам ниже в описании можно с ними ознакомиться. Сегодня трехкомнатная у нас на разборе. Коротко резюмируя, да, и сразу могу сказать, кому подойдет этот комплекс. Если вы хотите жить в престижном московском районе, чтобы это было от надежного застройщика, чтобы это было не в эпицентре событий, да, близко к центру, где очень много людей и так далее, да, немножко отдалены, там, где хорошая экология, есть зелень, тихо, спокойно, малоэтажное строительство. При этом квартиры будут с чистовой отделкой, то когда просто завезли вещи, да, счастливо живете, чистовая отделка будет одна из лучших. При этом из нюансов все-таки, да, то, что на транспорте надо будет добираться либо на общественном, либо на машине. Если у вас есть машина, то это идеально. Здесь до КАДа недалеко. И из дополнительных плюсов сам застройщик заявил, что в ближайшем будущем установят остановку. Прямо рядом с домом запустится маршрут, который будет ехать к метро. Это плюс. Есть квартиры, как в данном доме. Ключи там до первого квартала 21-го получат люди. Второй квартал 22-го, второй квартал 21-го, четвертый квартал 21-го, второй квартал 22-го. Это то, что есть в продаже на сегодняшний день. В целом сам проект рассчитан до 23-го года. Здесь продолжится строительство. Давайте пробежимся по планировке. Напомню, разбираем трехкомнатную квартиру сегодня в этом ролике. Общий метраж 76,5 квадратных метра. Это у нас прихожая. 10,2 квадрата с нишей под шкаф. Раздельная ванная 3,5. Раздельный санузел 1,5 квадрата. Одна из комнат 14. Основная комната 18 квадратов. Третья комната 16,3 квадратных метра. И это кухня 12 квадратов. Выход из нее на балкон 3 квадрата. По стоимости на сегодня, это 25 октября 2020 года, стоимость квартиры актуальна 8 950 093 рубля. Четвертый этаж из 5, и это с чистовой отделкой. Давайте покажу, какая отделка. Здесь такая фишка у застройщика: на четных этажах шоколадного цвета, на нечетных этажах ванильного цвета вот такого плана. Коротко про отделку расскажу. На полу ламинат 32 класса, на стенах обои под покраску. До 5-7 раз можно перекрашивать. Межкомнатные двери будут, в санузле будет плитка от пола до потолка, вся сантехника будет входить, ванная будет акриловая. Полы, кстати, будут теплые, с подогревом. Это классно. Отделка так называемая итальянской коллекции. Плитка, например, да, итальянская керамо-марацци в санузле. Окна на две стороны. Непосредственно эта квартира, это очередь вторая. Срок сдачи ее второй квартал 21-го. Ключи до конца 21-го. Дом монолитно-кирпичный. Высокие потолки здесь 2,77. Разное количество банков. Да, если у вас, кстати, планируется ипотека, сможем вас одобрить. У нас онлайн-оборот со всеми банками. Напомню, господдержка действующая действует до 1 ноября 2020-го. Но ее уже продлили. И продлят, да, до 1 июля 2021 она действует. Поэтому, если у вас планируется ипотека, либо просто прямые деньги, то также обращайтесь ко мне по телефону, который указан ниже в описании. Услуги для вас бесплатны. Давайте пробежимся по преимуществам данного комплекса. Он малоэтажный, в нем всего 5 этажей. Квартиры с чистовой отделкой, 2 варианта. Пешеходная аллея, велодорожки вдоль квартала. Квартиры с мансардами. 2 школы, 2 детских сада на территории будут построены. Подземный паркинг, 668 мест. Открытая парковка также присутствует. Закрытая территория будет, то есть вы будете в безопасности с семьей, либо сами. Выезд до КАДа для автомобилистов, да, буквально 10 минут на транспорте. И вот так вот чудесно выглядят дома. Давайте покажу, что вокруг.
Это все зеленый квартал. Вокруг зелень. Дорога, да, есть, но она на приличном расстоянии. Поэтому, друзья, если вы хотите приобрести квартиру в зеленом квартале, либо в целом московском районе, либо в любом другом районе Санкт-Петербурга, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Меня зовут Владислав Барабанов. Для того, чтобы забронировать и действительно выбрать лучшую квартиру конкретно для вас. Так как у всех разные приоритеты, да, потребности и так далее. Почему ко мне? Потому что услуги для вас бесплатные, так как их оплачивает застройщик. При этом все цены от застройщика, все акции при их наличии от застройщика, при этом юридически сопровождаем. Если вам понадобится ипотека, сможем вас одобрить по лучшим ставкам. У нас онлайн оборот со всеми банками, вам для одобрения тратить время бегать в банк ехать не придется. Поэтому, друзья, бесконечно благодарен за просмотр. Пишите, звоните мне в WhatsApp, либо просто на телефон, который указан ниже в описании. Подпишитесь на мой Instagram, TikTok. Добавляйтесь в ВКонтакте, друзья, задавайте вопросы в комментариях. Ставьте лайки этому ролику и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Также можете написать в комментариях, о каком ролике, да, вы хотите увидеть видео и мнение. Спасибо большое, до новых встреч, пока-пока.